В 28-й серии сериала «Невский. Охота на архитектора» под названием «Выстрел на поражение» вы узнаете о том, как в спальном районе сильно выпивший Ефимов избивает свою девушку Катю. Ей удается вызвать полицию, но на следующий день Ефимова отпускает. Он грозится отомстить. Сомов и Маркин задерживают банду угонщиков автомобилей. Вскоре Сомов видит интервью с Маркиным, где тот рассказывает о задержании. Ни о нем не упоминает при этом ни слова. Главарь банды Брод остался на свободе и должен денег криминальному авторитету Уфе. Так как денег у Брода нет, он решает отобрать их у Ежова, ставшего хозяином трех кабанов. Ежов звонит Семенову. В 29-й серии под названием «Логово» полицейский Громилин и Крабов встречаются с бизнесменом Потеевым и требуют денег, угрожая подбросить оружие или наркотики. Момент передачи денег снимает на камеру блогер Щукин. Полицейский его замечает и убивает. Семенов отстраняет от службы на время проверки по факту смерти Ефимова. Семенов и Завьялова приходят на допрос к Попову. Следователь настроен негативно, он недоволен, что не смог посадить Сашу. Михайлов возвращается на службу после ранения. В 30-й серии под названием «Задержание» Семенов и Максимов находят в квартире Семенчука ноутбук. Максимов вводит пароль «Архитектор», но он оказывается неверным, после чего ноутбук взрывается. В центральном районе киллер убивает бизнесмена Быкова. Дело расследуют Сомов и Кундряков. Они выясняют, что Быков раньше работал с Фоминым. Арсеньев узнает от своего человека в Москве, что его не собираются переводить в столицу, поскольку генерал так и не поймал архитектора. Катя, девушка Ефимова, дает интервью журналистам, в котором просит наказать Семенова и Михайлова.